Так или иначе, у нас есть 10 божеств, правильно? Еще раз напоминаю, как вообще в связке функционируют божества, звезды, врата и небесные стволы. То, что такое божества? Божества – это некое вдохновение, это некоторая идея, некоторые инсайты. Божества – это какой-то такой моральный принцип, что ли. Допустим, вы должны пойти там, на свадьбу брата. Почему вы, собственно, должны, непонятно. Но божество вам диктует, что вы должны, иначе он обидится. То есть это вообще позиция, ну, как бы, как мне нравится вот эта фраза «жалко у пчелки», да? То есть жалко, что эта сделка не срослась, что мы потеряли 300 тысяч долларов. Окей, жалко у пчелки, мы уже потеряли. То есть кого это волнует, наши чувства, да? Вот эти вещи, моральные обязательства, чувства, вот эти все разговоры по поводу справедливости, то есть во многом божества – это чувства. И по сути, если мы фокусируемся, все, на чем мы концентрируемся, приумножается. Правильно? Все, на чем мы концентрируемся, приумножается. Вы концентрируетесь на том, чего вы хотите. То есть если вы все время думаете по поводу кэшфлоу, что у вас будут? В результате у вас будут деньги в результате, правильно? Из потока наличности. Если вы концентрируетесь на том, чего вы не хотите, что в результате будет? То, чего вы не хотите. То есть мы как бы отдаем команду, концентрируемся на этих божествах, и они приносят нам задуманное. То есть как это работает? Вы просто программируете, у вас есть некая сильная эмоция. То есть некоторое стремление. И вот этот демон, который сидит внутри вас, начинает вам нашептывать что-то. И это нашептывание потом формирует мысли. Мысли формируют действия. Действия формируют последствия этих действий. Так устроено. То есть все начинается с этих божеств. Божества, они не в таблице цемень, они над таблицей цемень. Они как бы парят сверху.